государство подавилось военной косточкой. Сколько предрассудков искоренили, а рассудка все нет и нет. Когда женщина не знает, чего она хочет не тебя. В этом мире нет ни счастья, ни несчастья. То и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство. Легкомысленная женщина может вызвать волнение, даже страсть, но никогда не внушит истинной любви. С достатком сопряжено множество аристократических мелочей, которые приятно сочетаются с красотой. Тонкий, сверкающий белизной чулок, кружевной воротничок, изящная туфелька, красивая ленточка в волосах не превратят уродливую женщину в хорошенькую, но хорошенькую сделают красивой, не говоря уж о руках, которые от всего этого выигрывают. Люди иногда не столь глупы, как кажутся. Нельзя решать собственные проблемы за счет других людей. Человека делает человеком в большей степени то, о чем он умалчивает, нежели то, что говорит. Свобода – это в первую очередь не привилегии, а обязанности. Сила всегда привлекает людей с низкими моральными качествами. Любовь, временное недомогание, излечиваемое свадьбой или удалением пациента от влияний, под действием которых он заболел. Эта болезнь, так же как костоед и многие другие недуги, распространена только среди цивилизованных рас, живущих в искусственных условиях. Варварские народы, которые дышат чистым воздухом и едят простую пищу, свободны от ее бесчинств. Иногда она воистину губительна, но по большей части для лекаря, а не для пациента. В римских катакомбах на одном из христианских саркофагов начертано заклятие, страшный смысл которого я понял лишь со временем. Там говорится, если нечестивец осквернит эту могилу, пусть он переживет всех своих близких. Те, кто желает насильственно благодетельствовать человечество, со временем приходят к выводу, что люди – сущие обезьяны, и тогда начинают рубить головы. Я ничего не делаю со своей жизнью, кроме романтизации и распада в нерешительности. Будь храброй, будь дерзкой, будь свободной. Люди труднее всего прощают нам то плохое, что они о нас сказали. Глаза слепы, искать надо сердцем. Если ты любишь без надежды на взаимность, молчи о своей любви. В тишине она сделается плодоносной. Счастье – радость, не имеющая объяснений.
«Жизнь и сновидения» – страницы одной и той же книги. Кто придает большое значение мнению людей, делает им слишком много чести. Вы хотите действовать по-другому? Это невозможно до тех пор, пока вы не начнете воспринимать все по-другому. Кем бы вы были без мысли о том, что нужно производить впечатление? Нет ничего приятнее, чем находиться рядом с честным человеком. Не жди, пока вода подойдет к горлу, уходи заранее. Зрелым размышлением предотвращай жестокость ударов. В мире сложных угроз наша безопасность и лидерство зависят от всех элементов нашей силы, включая сильную и принципиальную дипломатию. Мысль есть суть материи. Иногда просто необходимо отказаться от вещей, привычек, людей из нашего прошлого, какими бы привлекательными они ни были, чтобы идти к будущему. Родитель – это такая профессия, в которой невозможно преуспеть. Нужно ограничиться тем, чтобы причинять как можно меньше зла. Демократический социализм означает, что мы должны создать экономику, которая работает для всех, а не только для очень богатых. При демократии дураки имеют право голосовать, при диктатуре – править. Чай делает все лучше. Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю все. Молчание есть величайший из человеческих страданий. Суть человеческого естества в движении. Полный покой означает смерть. Смех – это вечность, если радость реальна. Я бы не стал баллотироваться в президенты. Я бы не хотел переезжать в меньший дом. Надоели мне эти рожи. Народу много, а людей нет. Я думаю, что чей-то разговор, будь то по электронной почте или лично, должен быть частным. Если бы я знал причину своего невежества, то был бы мудрецом. История не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Привычки отцов, и дурные, и хорошие, превращаются в пороки детей. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
и самый умный не застрахован от глупости. Не лезь человеку в глаза, если он хочет видеть твой затылок. Женщины – великая сила. Она движет мужчин вперед-назад, вверх-вниз, а чаще всего к себе. Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего. Не быть услышанным – не повод для молчания. Причина в том, что разум принимает упражнение. Воображение – это интеллект с эрекцией. Никакая армия не может противостоять силе идеи, время которой пришло. Быть добрым совсем не трудно, трудно быть справедливым. В голове зима, а в сердце вечная весна. Наши радости часто бывают призрачны. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Жизнь либо имеет смысл, и в таком случае смысл не может исчезнуть ни от чего, что может случиться. Либо она не имеет смысла, но тогда это тоже не зависит от происходящих событий. И думая, что дышим просто так, мы попадали в такт такого же неровного дыхания. Приговоренный обладает как никто свободой слова, то есть подлинной свободой. Все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Когда год за годом твердишь о своем намерении что-то сделать, и тебе уже тошно от того, что никак не можешь на это решиться, гораздо проще убедить всех, что ты уже это свершил, и до чего же приятно забыть наконец всю историю.